Всем привет! Продолжаю изучать картины Мэри Касса «Ложа», написанная в 1882 году, холст масла 79/63. В театральной ложе сидят две молодые девушки, вероятно, это их первый выход в свет. Пока еще они чувствуют себя неуютно во взрослом мире, невольно прижимаются друг к другу, одна из них смущенно прикрывает веером лицо. Но скоро неуверенность пройдет, и девушки займут достойное место в обществе. Момент случайности и мимолетности определяет композиционную структуру и живописный строй холста. Картина, написанная в обычной импрессионистической манере художницы, которой присущи хрупкость и утонченность, мягкость теплых розово-бежевых сочетаний цвет. Ложа – характерное произведение Касса. Ее рука весьма узнаваемая по интенсивности и красочной палитре, широкому и белому мазку и крупнофактурности композиции. Вот такое описание картины Мэри Касса «Ложа» я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.